Всем привет, с вами канал Крипто Сагитариус. Спасибо, что смотришь. В этом видео у нас будет обзор на новую игру под названием World Eternal Online. World Eternal Online — это новая MMO-песочница с экономикой, управляемой игроками и интеграцией блокчейна. Игрокам предлагается сразить огромных рейдовых боссов и завоевать территорию в этом динамичном, постоянно меняющемся мире. Также мы видим, будет экономика в игре, постоянно меняющийся мир, рейдовые боссы и PvP-осады. Зарабатывайте во время игры. Собирайте и повышайте уровень разнообразных героев, чтобы стать самыми могущественными в мире. Используйте эти герои, чтобы убивать боссов, участвовать в PvP и выигрывать события. Лицензии на крафт и земельные участки также можно покупать и продавать для хардкорных игроков, которые хотят стать лидерами в мире. Также мы видим по картинкам нарисованы локации торговых площадок. Предварительная продажа. Собирайте мифических героев. Разнообразие является ключевым фактором при борьбе с различными боссами и подземельями World Eternal Online. При запуске будет собрано более 40 героев, и игроки могут переключаться на любого героя, пока не находятся в бою. У каждого героя есть 4 навыка, хотя в некоторых чрезвычайных редких версиях их может быть больше. Даже два героя одного типа будут иметь некоторые существенные различия. Герои могут значительно увеличить свою статистику и редкость, поглощая других героев и их черты. Мы называем этого героя Вознесением. Определенные черты характера будут высоко цениться у определенных героев и станут очень востребовательными NFT. Станьте земельным бароном. Также можно будет делать гильдию, создавать оружие, земелья и разводить домашних животных. Мы видим питомца. Игроки могут стать кузнецом, алхимиком или заводчиком домашних животных и снабжать мир тем, что им нужно. Это будет один из единственных шансов заполучить в свои руки самое первое поколение героев. Для наших ранних поклонников на этот раз мы выпустим ограниченное количество героев с некоторыми гарантированными максимальными характеристиками. Также внизу вы можете добавить свою почту и нажать «Регистрация» на участие в бета-версии. Ну, поднимемся же вверх. В блоге тут увидите White List Harry, нажимаете и вам открывается страница, заполняете, чтобы участвовать в 3BT-версии. А также вы можете перевести страницу на русский и все здесь прочитать.